Ты его гранаты убил! Да! Бишка ушел. Все, по мне ребят. Он вышел? Он из Дискорда вышел. Я пока отойду там. Это Ашан последний, давай, что ты, а потом отойдешь. Ну мне кушать зовут. Ашан, я так хочу кушать, ты бы знала. Морепродукты. Морепридурки. Морепридурки, да. Я не знаю куда. Давай что-нибудь новое попробуем. Ситуация в другом, я не вижу куда. Я знаю, куда. Я здесь еще не был. Вот здесь. А где? А, давай, ну, в здании, которое бассейн. А с тобой там еще пару человек, которые знают, что они там не были. А, Бишка, ой, Гречка. Надо, да нафиг! Бай-бай! Ой, ребята, мне надо чуть-чуть как-то вернуться, потому что я чуть-чуть не рассчитал полет. А уже все. Ой, нет! Банан! Перемирие. Время на перемирие. Господи, я вентилятора испугался. Фу, я не знаю, как я выжил, господи, но я выжил. Кошмар, да, и нафиг я вообще выжил целым, если здесь уже все залутали. Но я был, господи, но я был уверен, что я кокнусь. Просто я был на 100% уверен. Проверь себе. За тобой, любимый сундук. Эдуард, Эдуард! Что надо? Не, все хорошо. Все нормально. Кирилл книжек набрал себе и сидит с ними. Ни патронов, ни оружия, вообще скам. Зато почитать можешь, правильно? Знаете такую песню? Да. Знаю. Да, знаю. Да. Не знаю. Не знаешь такую песню? А там еще I'm Stepman. Да, вот это вот. I'm a Stepman. Да, вот она. Да, вот. Тогда знаю. Ой, это у тебя опасность перед тобой. Да, пипястность, я забыл перезарядиться. Перед тобой сама. Гречка, по нам стреляют. Я знаю, Даша. А ты где? Куда ты ушла? Я в здании, вот тут вот. Где этот фантом? Какой фантом? Сейчас. Ну, фантомный человек, который... Сейчас разберемся. Это уже фантомный человек. Фантомный человек. Есть, все, тебе патронов дать? Да, по нам стреляют, Даша! Да. Какая там? Эдуард, фантомный человек в данный момент попрыгунчик прыгает. На эту? Кого нафиг? Да. Он прыгает, попрыгун. А вас как? Да я не вижу тебя! Да. Сюда! Нафиг. Кашу сегодня не поела, вот иди поешь! О, здорово! Я не поел. Как ты делаешь? А где ты его здорово делаешь? Да наверху! Все, он свалил. I'm a skippy! Ну ты тут... Эдуард! Да! Там был такой красный, пробегал такой. Да нафиг этого красного, я с ним целым не хочу даже дружить. Ну вот стоп. Молодец, Херит. Он с тобой бы тоже не дружил. Да, я тоже с тобой не дружил, да. Раз уж ты и так ко мне, то я вот так к тебе, понимаешь? Господи, что Эдуард, за... Эдуард, за тобой зеленая коробка! Иди на зеленую коробку! Уже! Экзанил, дерево помолчать! Твои афоризмы это что-то с чем-то, Экзанил, ей-богу. Ну, дед, нормально. Вот смотри. Нет! Эдуард, перед тобой только что угроза была. Подожди, как ты отсюда вообще? Что тебе надо, ты? Говорю, перед тобой только что угроза была. Прям, ну, уже больше нету ее. Бишка, как на батутах. Он на батутах? Да, он на батутах. Ну мы с тобой друзья же, Херейт, мы же с тобой друзья. Да, прям точно так же, как в прошлый раз. Я к тебе прихожу, ты такой, пум. Не-не-не, в этот раз мы настоящие. В этот раз мы настоящие друзья, Херейт. Если ты обманешь, то что? Ничего, выиграю. Так.
А эти тыкари обманешь, угадай что. Угадай что. Нет, тут-то я даже угадаю. Вы бы знали, какая ситуация у Бишки, ребят. История повторяется. Ты заколебал, Бишка! А где он? Опять там же, опять СРПГ. Даже ракетница, то же самое. Ну там, где я его кокнул тогда. Бишка, у тебя ракетница есть? Где он типа застрял. Бишка, попробуй как в Вейке. Стрельни с ракетницы под себя, чтобы подлететь. Да, может и подлететь. Да, можно? Давай. У тебя выбора нету, Бишки. Я не верю вам. Да реально так работает. Нельзя. Оно работает, отвечаю. По своим дамага нет, все равно. What the fuck? Не, не работает. Я просто этот бабах только что услышал. Так он по тебе стрелял. Слушай, вот дигл мне очень каждый раз нравится. Дигл еще найти надо, слушай. Да, он редкий, но когда он редкий, тогда и меткий. Но меткий, да. Меткий, редкий дигл, и еще такой красненький, с красненьким глушителем. Так вы же оба знаете, где кто находится. Я не знаю! Знаете. Я не знаю, где он. В смысле, ты сам ему сказал? Кто, не я? Не было его там! Да, ты ему нет, сказал, нет, что стоп. Он... Не, я не знаю, где колотить. Так он знает, а, где. А, я тоже уже. Харит, аккуратно будь. Ой, Эдуард, аккуратно. Аккуратно будь. Я увидел, да? Я увидел вот эти два торчащих карие глаза. Я знал, что так будет. Ну чё, Бишка, спрыгивай. Знаешь, я ж бежал, я сначала вот вправо, ну влево от тебя посмотрел, да, я такой думаю, так, он полюбасу там за этой стенкой, и всё, пока, поворачиваюсь, вижу. Бишка, готов ракетницу. Бишка, стой на месте, Бишка. Готов ракетницу, миниган, всё это вот. У Бишки та же история, понял. Ну я не повторю ошибку прошлой истории. Но она не совсем такая же, это не совсем такая. Да. В смысле? Не, всё в точь-в-точь. Подкорректировал. Она как бы такая же, но... С другой смысл, стороны. Смысл тот же, но с другой стороны рассказывается смысл, понимаешь? Ёперес, это я вообще забыл то, что у дельтаплана есть вот это вот. Во-во. Тихо, стой. Стой на месте, Бишка, не иди дальше. Ну подождите, это не игровая зона, я не могу знать. Это игровая, я же не сдох. Бишка. Ты помолчи, Экзанил, пожалуйста. Эдуард. Помолчи. Да все хорошо. Один выстрел, одна победа. Один шанс, одна победа, один выстрел. Один opportunity. Тут попкорна просто не хватает. Да. Один возможность. Реально. Не на этом этаже? Нет. Не-не-не. Ну, понимаете, это как дуэли на Диком Западе. Кто первый, тот и выиграл. Куда ты смотришь, Эдуард? Что за стена у тебя перед тобой такая подозрительная? Епа, молчи. Стоп. Хитрик. Хитрик, смотри. Я, кажется, понял, что происходит. Господи, блин. Как ты промазал? Ты его гранаты убил! Да! Я кинул гранату секунд 7 назад! И она только сейчас до него дошла! Хорош! Бишка ушел. Все, по мне рыбы тихо. А Бишка расстроился, ушел плакать. Бишка... Довели человека. Он вышел? Он из Дискорда вышел. Тот аноним с 600 баллов. Его прям бомбануло. Я просто забыла имя написать. Удачной игры. Сашин был эпично. Ну да, ну один раунд. А у тебя было 20 хп, да? Да. Потому что в тебя прилетело прям, но ты выжил. У меня 20 было.